Привет всем! Сегодня в видео армейские, изотермические, спасательные, ну или космические одеяла. Размер большой, легкие, очень прочные и цена ну никакая. Аварийное спасательное одеяло, размер 130 на 210 сантиметров. Уничтожьте после использования и для одноразового использования. Ну, для русского человека это спорно. Ну и главное, это помощь при гипотермии. Оберните его вокруг своего тела, уменьшите при этом шоковое состояние от холода, поддерживайте тепло и сухость. Чем ближе армейское одеяло к телу, тем меньше теплопотери организма. Желательно накрыться таким одеялом с головой. Лучше присесть, а еще лучше ходить, ну особенно зимой. Вот оно. Такой материал вообще интересный. При движении организм нагревается, а одеяло не дает теплу испариться в окружающую среду. Короче, одеяло само по себе не греет, но от холода, ветра и шока от попадания в экстремальные ситуации поможет. Что доказано уже многими теоретиками и практиками. Это, конечно, не меховая одежда, не махровый плед, но и задача у этого одеяла другая, а точнее удержать тепло внутри. Про прочность. Армейское спасательное одеяло настолько прочное, что можно даже использовать его в качестве носилок для переноски раненых. Про водонепроницаемость. Реально свернуть одеяло в куль, так вот, полностью разворачивать не буду, вот так вот свернуть, и набрать в него воды. Использовать как навес от дождя и ветра. А если одеяло у вас два и более, то можно устроить что-то типа палатки для ночлега, зафиксировав несколько одеял скотчем, лучше зеркально. Вывод. Вещь просто незаменимая для рыбаков, охотников, водителей, туристов, да и вообще для всех тех, кто так или иначе может попасть в экстремальные ситуации. Такое армейское спасательное одеяло лучше перестраховаться и всегда иметь с собой. Но в аптечке оно должно быть непременно. На этом все. Заказывайте армейские одеяла по ссылкам в описании. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не стесняйтесь добавлять комментарии. Пока-пока!